Как правильно? Как правильно? Братиславян. Да. Да? А извините, что спрашиваю, это по работе или... Нет, это ради интереса. Добрый вечер, добрый вечер. Все, как дела? Слышно меня? Нормально? Все хорошо? Да. Один у меня вопрос. Пашку ебать кто-нибудь сегодня будет? Объясню, что такое тайский массаж. Значит, тайский массаж – это тайский бокс, только ты сначала ложишься в нокдаун, а потом тебе пиздят. Вот что такое тайский массаж. Я вообще думала, что я получу удовольствие, но по факту я лежала на кушетке лицом вниз, а по мне сверху ходила тайка и смотрела на Москву. Как бы не доебешься, потому что массаж был, вид был, там же не сказано, кто именно должен смотреть. И многие стали спрашивать, а это твой официальный парень? Официальный или парень? Странный вопрос, я не знаю, как отвечать на него. Типа, да, этот официальный, еще твой на сестру оформленный. Будем и дальше радовать вас позитивным юмором, так что если хотите, имеете желание, в сентябре делается стендап, приезжает Наталья Гарипова, Савельев. Спасибо! Кто-то уже купил билетики.